Владимир Рукавишник. Так, вот что так все как-то конь c3 играют постоянно. Я не могу понять. Да, e4. Забрал. Так, ну что у нас тут с чатом? Вроде как что-то должно работать, да? Ну, давайте настроим. Напишите, слышно меня, не слышно, видно, не видно. Вроде должно быть слышно и видно. Так, вот так. И, ну, там время идет у меня. Ладно, давайте вот так, а там будет видно. Так, ну что, может быть Е6 тогда? Давайте Е6 попробуем. Попробуем Е6. Ну и французскую. Вариант Рубинштейна получился у нас. Ну и c3 такой непритязательный ход, да, но достаточно крепкий. Да, достаточно крепкий. Давайте сюда. Видно, слышно, да? Прекрасно. Так, ладно. Если вот в таком авральном режиме работаем. Ну что, c5 может быть двинуть. c5 забрал, забрал. Ну давайте c5 двинем. Так, окон много, чего? Нормально. У меня так всегда. Рокировка. Ой, как тормозит. Ой, как тормозит у меня это все дело. Так, тут запись у меня еще идет, да, параллельно. Наверное, мы эту запись остановим. Какие-то кусочки будем склеивать уже позже. Так, видно и слышно. Прекрасно. Так, продолжается турнир шахматных видеоблогеров. И здесь новая попытка что-то предпринять разумное в этой позиции черными. Еще сейчас видео выскочит записанное. Придется его закрывать. Так, ну давай. Вот так вот. Так, слон d3. Ой. Ну, слон d3. То есть слон e3. Что дальше? Может быть тогда сыграть b6, да? Ну давайте b6 попробуем. Донаты, да, донаты. Я, видите, как не успел, не успеваю все настроить, и донаты, и все что угодно. Видите, меня тут пока обыгрывают по времени, а донаты мои пока еще дремлют. Поэтому сейчас еще продонатим. Так, взяли, взяли. Ну, так вроде бы как я тут пока живу. Поэтому в таких, можно сказать, бедственных условиях пока что еще все нормально. Развиться успел. Фу, наверное, какие-то партии, которые вы пропустили, я выложу отдельно. Вот. А вот эти куски стримов как-то придется склеивать. В общем, не знаю, что будет. Но что-то будет. Так, конь отошел. А что это за идея? Это конь куда-то идет, да? Куда он идет, пока непонятно. Ну, давайте туда-сюда. Ну, пока соперник играет не очень амбициозно, видите, то есть какие-то идут тихие маневры. Так, тихие маневры на предмет размена коней, да? Только коней, но и слонов. Ну ладно, давайте сначала пробьем вот здесь. Уже миллионы партий, наверное, такие сыграл я. Что делать? Забрал. Ну, похоже, линию d я здесь все-таки ему отдал. Тут ладья d4 надо играть. Да, ну что будешь делать? Ну, ферзевое окончание. Подошел. Где-то надо f6 сыграть. Да, ну f6 сыграл. Чтобы на g7 не подвисло. Да, можно сыграть, наверное, как-то вот так вот. А дальше уже смотреть по ситуации. Да, очень так аккуратненько расставляется мой соперник. Ну, по идее, я вроде бы как должен толкать пешку Е, но толкать сейчас смысла нет. Ну, давайте будем искать какие-то слабые места, да, в позиции соперника. То есть, вот я делаю вид, что я угрожаю сыграть ферзь H1. Да, ну, наверное, тогда давайте так, да. То есть, вот, убежал. То есть, где-то я опять пойду, да. Но ферзь H1, наверное, как-то я все-таки хочу пойти. Но к чему это приведет, не знаю. К чему-то может привести, но, наверное, ни к чему хорошему не приведет. В плане победы, то есть борьбы за победу. Ну, давайте опять. Ну что? Скучна сегодня почему-то игра такая получается. Очень скучноватая. Может G5 пойти?
Я, конечно, хочется b5 пойти. Ну, давайте g5 пойдем. Там, конечно, на fg я буду брать hg. С идеей как-то толкать пешки вперед. Все-таки отдаленная проходная будет, но при ферзях все-таки у меня ферзь c5 уже появился ход. Да, кстати, можно было его сделать сначала вот здесь, ферзь c5, этот ход, да? А, от ферзь h1 он защитился. Ну, давайте проверим на предмет. А, кстати, грозит ферзь h5 где-то. Хотя угроза, можно сказать, больше мнимая, чем действительная. То есть ферзь h5, король g7, там проблем нет. Так, ну, король g6 можно попробовать. Ну, давайте попробуем спросить, хочет ничью или нет. Хочет ничью или нет мой соперник? Да, по-видимому, хочет. Хочет, но молчит. Поэтому я играю король g6. Наверное, как-то пытаясь привести в чувство мои пешечные редуты в центре. Но на самом деле, без ошибки соперника тут выиграть будет очень сложно. Так, пойду сюда. Ой, какой ход резкий. Смотрите, как он. Хочет сыграть ферзь g8, да? Ну, давайте шаг дадим. Давайте дадим, да? Ферзь d5, конечно, ход такой есть. Но проблема в том, что я на победу после этого, конечно, играть уже не буду. Но в то же время не хочется давать ему и ход ферзь g8, потому что все-таки там будет активность. Ой, не хочется ферзь d5 ходить. Не хочется, страшно. А он, наверное, против ничьей не возражает. Все-таки рейтинг у меня повыше здесь. Как же здесь? Может быть, g4 тогда толкнуть? Побежать вперед. Ой. Какое опасное путешествие будет, я чувствую. Но у меня вроде бы как все защищено. Почему бы не сыграть g4? g4 пойдем, а потом на ферзь g8, король f6. Как-то так. Ой-ой-ой-ой. Ну давай. Да, тут. Ну, тут нет вечного шаха, ну ферзь f8 хода же нет. Ну такой ход. Ну ладно, я тогда сюда. В принципе, если он сыграет ферзь d7, я, может быть, даже закроюсь. Взяли-взяли, сюда-туда. Ну давай я закроюсь. Хотя, если я закроюсь, взяли-взяли, пешка вперед, забрал-забрал, пошел вперед. Ну там отдаленное будет. Все ничей тоже попахивает это. А может вперед пеш. То есть, в принципе, я могу здесь сыграть так, а потом на ферзь d8 пойти королем на e5. Вот, смотрите, король d5, то есть король e5 пойти. Я ж мата тут не получаю, случайно. А если получу, все равно будет весело. Так, ферзь h8, король e4. И вперед туда куда-то. В ферзевых окончаниях часто король идет на короля. То есть, вот так вот вперед. И там, правда, надо слабые поля прикрывать. То есть, ферзь h6, там на f4 поле, да? Но я уже, наверное, тогда ферзь e3 смогу сыграть. А, там на e6 зависнет. Ну тогда e5 пойду. То есть на ферзь h6 я пойду e5. На ферзь a8 я уже, наверное, могу пойти король e3, да? Кстати, король у меня неплохой. Он поучаствует еще в атаке на короля белых. Так, ну что? Что же дальше? Что же дальше? А, вот такой ход. А это куда? А это он напал на e6, да? А если я вперед пойду? Там мат какой-то будет. Но ферзь a4, я же король e3 пойду. Так, ну и что? Ну а если так? Мата же не будет, нет? Мне же не будет мата здесь. Не должно быть. Вроде как король убежит. Тут добавление трехсекундное есть. Поэтому я надеюсь на какие-то возможности атаки. Хоть у меня на минуту меньше, но атаковать буду сейчас я пробовать. Так, ну отошел. Уже пешечное окончание здесь мне благоприятно, потому что я королем пробежал вперед, и там уже буду кушать все, что дают. Ой. Ну а если так? Ферзь b3, король c1, там ничего нет. Хотя могу даже король b1 пойти. Уже хочу менять ферзей. И похоже, белые тут уже имеют дефицит активных идей. А мой король пробежался по всей доске и готов приступить к трапезе. Она на ужин у него белые пешки ферзевого фланга.
Так. Ищет мой соперник. Может найти, потому что ферзевые окончания очень такие, можно сказать, ну, богаты на эти возможности. Да, вот дает шах, может быть, даже больше вот безысходности. И вот такой вот ход. Ну что, наверное, надо немножечко помучить шахами, да? Помучить шахами. Ну, много шахов я здесь не дам. А если я заберу вот так? Наверное, так я могу забрать. Дальше нужно отойти, защитить пешку. А, пешку он хочет скушать эту, да? Он хочет эту скушать пешку. Я не дам ее скушать. И при этом ферзь D1 у меня есть ход. Так, шах. Так, ну еще шах. Снова шах. Все, я защитил и, наверное, приду к этой пешке. Защитил обе пешки я и приду к этой. Скушал. Так. C5 хода нет. Есть, конечно, ферзь G8 какой-то, да, ну. Ну, а если так? Ой, потерял концентрацию, видите я, но... Что? Если я сыграю ферзь F3, взял, пешка вперед пошла. Нет, я тут должен выиграть. Эту позицию я должен выиграть. Пешка А моя пойдет вперед, и все будет нормально. Там в крайнем случае, если даже одновременно ферзи появятся, то тогда... А, вот туда. Ну, тут все равно я первый. Нет, ну этот, конечно, трюк я уже давно не зеваю. Ну и, наверное, тут надо завершить как-то эту партию. Таким вот образом. Да, неплохая партия получилась.